Дорогие друзья, всем привет! Это Лос Кампола, Лиговский 109. И у нас сегодня для вас потрясающая подборка. Продолжаем серию наших классных подборок на Черную пятницу минус 30. И в этой подборке принтованные шелка и вискозы. Сейчас посмотрим каждый вариант и будем наслаждаться этим обзором. Начнем с вот такой вот шикарной ткани. Это кади. Очень приятный, шелковистый. Тут большой процент эластана. Видите, как хорошо тянется. В основе вискоза. Очень комфортно будет для облегающих изделий, благодаря вот такому хорошему растяжению. Для брюк малого объема. Ткань пластичная, в меру увесистая, такая тяжеленькая. Могут получиться классные также такие вальяжные брюки, например, или платья. Следующая ткань нашей подборки также вискоза. Это Фабиано Филиппи. Да, кстати, цена без учета скидки 3200, минус 30%. Также минус 30% в черную пятницу у нас. Фабиано Филиппи с эластаном. Классная, пластичная ткань для таких вот, может быть, брюк палаццо, либо платья, либо, может быть, даже комплекты. Тут ткань позволяет метраж сделать нам целый комплект. Артикул на вашем экране, смело вычитайте 30% от базовой цены. Следующий очень красивый шелк в таких натуральных природных оттенках. Это атласный шелк от Max Mara. Посмотрите, какая роскошь. Может получиться красивое платье, либо блуза. Ткань атласная, тоненькая, но тем не менее выдает очень-очень легкий просвет. Не сильно заметный, это не шифон все-таки. 2800 цена за метр. Небольшой метраж тут, 5 метров. Поэтому достанется не всем. Так, следующая позиция — это купончики из вискозы. Вот тут у нас уже 1800 цена, минус 30%. Вот тут уже шифон как раз-таки, креповый. Шифон, купоны небольшие. Вот он, пожалуйста, один фрагмент. Ну и в принципе, я думаю, что не обязательно их сопоставлять к друг другу. Можно какой-то сделать хаотичный крой. Так, один купончик 65 сантиметров. Это длина его. И ширина 130 сантиметров. Красивый черный фон и яркие цветы. Блузки, платья, возможно, даже комплекты. Следующая позиция — натуральный шелк. Цена его 2500 рублей за метр, ширина 136, креп. Такой, кстати, очень яркий и очень выверенный печать рисунка. Смотрите, тут такие интересные фрагменты, напоминающие животных. Я бы даже сказала, очень классно на детскую, возможно, какое-то платье для девочки, например. Или такую интересную блузу женскую, например. Креп тоненький, легкий, чуть-чуть имеет легкий просвет. И, конечно же, от цены 2500 минус 30%. Следующая позиция — это вискоза штапель, легкий, пластичный. Мягкий, прекрасно подойдет на пижамки и на такие легкие изделия, халатики, кимоно, возможно, это будут брюки на резинке или рубашка. 1200 цена за метр, минус 30% от данной цены. Такое же по качеству у нас есть еще черный цвет, цена такая же, 1200 минус 30%. Легкий, пластичный, мягкий, струящийся вариант. Немножко даже бархатистый. Просвет, ну вот, совсем легкий, практически его нету. Еще одна позиция из вискозы. Напоминает принт мне этот Liberty. Мелкие цветочки. Тут идет креп. Такой классический креп на розовом фоне. Разбросаны цветы также розово-желтые. Веселый принт для девчачьих платьев, для женских таких задорных каких-то историй. Цена 1200
1490 минус 30%, ширина 136, вискоза 100%. Кстати, креп очень такой, вы знаете, кто любит такие прям шершавенькие крепы, это тот вариант. И остались у нас это маки. Да. Маки. Вискозные, твил. Чуть-чуть поплотнее предыдущих вариантов. Не просвечивает абсолютно. Форму держит вроде, да? Ну, немножечко. Для платья будет прекрасно. И для блуз будет очень красиво. На сером фоне розовые цветы. Такое очень мягкое, красивое сочетание. Задорное, женское, девчачье. Так, а цену мы уже сказали. На этом подборку мы заканчиваем. И пишите, пожалуйста, ваше мнение, что вы думаете о данной подборке. Какие ткани еще хотите увидеть? Увидимся.